Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы будем разрушить нашу ниточку, наш ритуал, так сказать. Очень рады вас видеть сегодня в этом замечательном месте. Клуб, здравствуйте! Как приятно видеть своих людей, здравствуйте! Вот, очень приятно опять с вами встретиться, потому что мы что-то как-то гастролируем. И хочется, знаете, почувствовать своего родного московского зрителя. Поэтому наши концерты здесь для нас не менее важны, чем концерты там. Собственно говоря, этот концерт здесь мы хотели бы... сегодня мы хотели бы начать. И вообще мы сегодня для вас приготовили очень много сюрпризов. Будем так постепенно их раскрывать, Будем очень рады, если вы будете тоже с нами вести диалог. Танцевать не запрещается. Разговаривать во время соло контрабаса запрещается. Потому что знаем мы вас. Знаете, когда жена с мужем... Жена с мужем, значит, приходит и говорят, что к психологу говорят, что, знаете, мы вот не можем вообще разговаривать. Вообще не можем. 20 лет не разговариваем, вообще 20 лет не можем поговорить друг с другом. Вот. И доктор говорит, сейчас, подождите, значит, он выходит из двери контрабасист и начинает играть соло. Ну, понимаете, да, что с вами произошло? И вот пришла моя великая учительница по вокалу Раиса Саидшах. Прошу, пожалуйста, великий человек. Фреш-крэш. Фреш-крэш. Thank you.
Артем Третьяков. Петр Евшин. Если вы слышали, это Солка Варванов. Это был Петр Евшин. И Макар Новиков. Новенький Макар Новиков. Мы продолжаем с композицией «Try and you'll feel». Сегодня мы... Попробуй. Thank you.
Сегодня для вас сыграет наш новый сингл, который называется «Embrace», «Объятия». И... «Объятия», да, вас и вас тоже. Заходите к нам на огонек. Вы знаете, сейчас все больше и больше люди стали слушать электронную музыку. И все-таки, конечно, все это интересно, но... живого звучания никогда ничего не заменит, живого именно инструмента. Вот. И все равно люди приходят назад к этому живому звучанию. Вот мы как раз в нашем живом звучании хотим воссоздать электронное звучание. Поэтому послушайте, пожалуйста, «Embrace». Thank you.
Thank you.
сыграл роковое соло, первое роковое соло в своей жизни. Макар Новиков сыграл первое сладкое соло в своей жизни. Похлопайте, пожалуйста. Ваш сахар на струнах остался, вот сейчас можно чай без сахара пока заказывать. Есть же песни. Отправляемся в путь, русский народный, к нашим корням. Мы сыграем песню, в которую мы вплели русские народные мелодии. Она называется «Нарисуй меня за границу». Хотели бы посвятить эту композицию Марии. Thank you.
И все они играют джаз. А вы вот из России, у вас Рахманинов, Чайковский, Прокофьев, Шостакович. Что у вас есть? Как у вас есть русский джаз? Есть европейский джаз, польский джаз. Какой есть джаз у вас? Поэтому я считаю, что мы должны развивать эту культуру вместе даже с вами, потому что
потому что так надо. И да, мы с тобой, вот, знаете, мы так приезжаем, как бы, мы играем американский джаз, и мы так, ну, так немножечко неловко себя чувствуешь. Поэтому, вот, собственно говоря, когда мы исполняем там вот такую музыку, конечно же, это очень приветствуется и поощряется, и заинтересовывается. Вот. И мы сейчас продолжим с композиции романса, древнерусского русского романса на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Они ничего не смешали, мы сегодня не смешали, и даже ничего не отыграем. Нам нравится наша музыка, она для нас как наркотик. Вот. Романс на стихи Александра Сергеевича Пушкина, музыка Цезаря Кюри, Царскосельская статуя. Спасибо большое, Александр Сергеевич. Thank you.
Чехова. Спасибо за поддержку. Аганина, крайний тренер. Смешков. И Петр Кучин. Как-то раз, сейчас, значит, второй сюрприз. Как-то раз меня позвали на радио «Маяк». Значит, пришла я на радио «Маяк», там что-то было такое-то, «Любовь и голуби». «Любовь и голуби». И, значит, там я познакомилась с одним, с одной замечательной, я бы сказала, просто с хорошим человеком. Этого человека зовут Мария Голубкина. Это актриса театра и кино, выдающаяся. Я вот как-то смотрела на нее и как-то поняла, что как-то вот близка она мне по душе. Вот как-то свой человек. И вот мы сегодня решили попробовать с этой актрисой, женой космонавта. Все уже космонавты. Выпил в космосе. Вот. Значит, мы решили попробовать сделать стихотворение Бориса Пастернака в джазовой, ну, в такой, как сказать, в нашей русской, как вы сказали, руссконародной джазовой обработке. Послушайте, пожалуйста. Скоро.
Thank you.
сингл, который называется «Танцы на безымянной высоте». Он был написан в Санкт-Петербурге.
посвящен нашему одному из наших любимых городов. Главному сюрпризу прошу приготовиться. Thank you.
приглашаю на сцену Тимура Чепа. И мы сейчас с вами... Сейчас мы под это дело. Сейчас зачитаем рэп. И вот. А какой Лёша? Лёша Белов. Самый лучший звукорежиссер. Всем здрасте, всем добрый вечер. Вот. Я у него учусь, как он говорит. Моя тетрадка еще дымится после моих стихов новых. Или «Эй, вы здесь, камон, что вы, как вы?» Это пока вот. Вы здесь? Видимо, нет. Давай, ты скажи, как они появятся. Мы хотели бы исполнить композицию, которая называется «Keep that love». Сохраняйте любовь, любите друг друга и цените друг друга, потому что в наше сегодняшнее время, а вы знаете, какое наше сегодняшнее время, я считаю это спасение. Поэтому храни вас Господь и любите друг друга, и будьте здоровы и счастливы. Keep that love.
и вот он, наш Артём Худяков. Меня зовут Алевтина Полякова. Любите друг друга, цените друг друга. Храни вас Господь, а все вместе мы солнечный ветер. И Тимур Чай. Джек Лесс.